сіздердің назарларыңызға ұсынылып отырған заң жобалары елбасының 2012 жылы Қазақстан халқына жолдауында рұқсат беру заңнамасын жаңа қағидаттарын енгізу туралы берген тапсырмасын орындау мақсатында әзірленген. Қазіргі уақытта заң жобалары президент әкімшілігі ескертулеріне сәйкес пысықталған. Негізгі заң жобасы үш бөлімнен тұрады. Оған лицензиялау туралы заң толығымен енді. Заң жобасының бұл бөлімі осы саладағы бүгінгі проблемалар ескерле отырып пысықталды. Сондай-ақ заң жобасына әкімшілік рәсімдер туралы, заңнан хабарламалар туралы ережелер толығымен енді. Заң жобасының үшінші бөлімі толығымен жаңадан жазылған және лицензия болып табылмайтын рұқсат рәсімдерін мәселелерін регламенттейді. Заң жобасының қосымшасына 742 құжат енді, соның ішінде 709 рұқсат және 33 хабарлама. В целом, основной законопроект направлен на решение целого ряда системных проблем разрешительной системы Казахстана, в частности, постоянное увеличение количества разрешений, необоснованность введения новых разрешений, неиспользование оценки риска в разрешительной системе, неупорядоченность разрешений, отсутствие единых подходов, отсутствие понятия разрешения. В этой связи законопроект предусматривает следующие пути их решения. Исчерпывающий перечень разрешений в законе, анализ регуляторного воздействия при введении новых разрешений, категоризация разрешений по степени опасности, классификация разрешений с установлением типовых подходов. Универсальное понятие разрешения в законе, включая лицензии и иные разрешения. Законопроектом решена ключевая проблема отсутствия понятия разрешения. Так, разрешением или уведомлением является документ, соответствующий всем следующим признакам. Представляется до начала осуществления деятельности, получение является обязательным, не получение влечет ответственность. Выдача разрешения и прием уведомления осуществляется государственными органами, распространяется на субъекты предпринимательства. Уполномоченные органы могут производить проверку соответствия требованиям и или отказывать в выдаче разрешения. Последний признак распространяется только на разрешение. Основными принципами государственного регулирования в сфере разрешения и уведомления являются баланс интересов потребителей, бизнеса и государства, обоснованность и эффективность ведения разрешительного или уведомительного порядков, прозрачность деятельности государственных органов и доступность информации, взаимная ответственность, свобода от коррупции. Точно такие же принципы заложены в проекте концепции государственного регулирования предпринимательской деятельности до 2020 года, которая ранее презентовалась в правительстве. По сути, они являются неизменными и в равной степени относятся ко всей регуляторной политике государства. Отличительной особенностью данного законопроекта является то, что принципы не являются декларативными, а предусматривают конкретные механизмы реализации каждого из них. Основной законопроект предусматривает четкое распределение компетенций между правительством и госорганами. Все подзаконные акты в реализацию законопроекта будут приниматься на уровне правительства. Законодательно закрепляется статус МВК как органа, ответственного за выработку рекомендаций по дальнейшему совершенствованию разрешительной системы. В связи с введением анализа регуляторного воздействия, или АРВ, расширена компетенция уполномоченного органа, которым является Министерство регионального развития. В частности, он будет осуществлять разработку всей методики проведения АРВ и координацию работы госорганов в этом направлении. Для внедрения систем управления рисками в разрешительную систему осуществлена категоризация разрешений в зависимости от степени опасности регулируемых объектов. На сегодняшний день разрешительная система Казахстана – это некое множество объектов регулирования и связанных с ними разрешений, не имеющие единой структуры и унифицированных подходов. Законопроект представляет возможность выбирать степень жесткости конкретного решения, разрешения в зависимости от опасности объекта регулирования. К первой категории относятся лицензии, ко второй – все иные разрешения, к третьей – уведомления. Для цели систематизации разрешений предусмотрено их разделение на классы. В зависимости от объектов регулирования разрешения подразделяются на следующие 6 классов. Класс 1. Разрешения, выдаваемые на деятельность. Как правило, такие разрешения являются лицензиями в отношении наиболее опасных видов деятельности, где требуется комплексное регулирование. Класс 2. Разрешения, выдаваемые на профессиональную деятельность физическим лицам. При выдаче этих разрешений используется оценка уровня знаний и, соответственно, коллегиальное рассмотрение документов.
Класс третий. Разрешения, выдаваемые на деятельность с ограниченными ресурсами или с использованием квот, выдаются с использованием квотирования или конкурса. Плата за разрешение может являться ограничением или цензом. Класс четвертый. Разрешения, выдаваемые на объекты, используются тогда, когда требования в основном предъявляются к объектам, а сами разрешения являются, как правило, отчуждаемыми. Класс пятый. Разовые разрешения выдаются на ограниченный срок или объем. Класс шестой. Разрешения, выдаваемые на продукцию. При внедрении достаточного технического регулирования в отношении конкретной продукции разрешения отменяются. С принятием закона разрешительные и уведомительные порядки смогут вводиться только посредством включения соответствующего разрешения или уведомления в перечни разрешений и уведомлений, предусмотренных в приложении к закону. Для введения разрешительного и уведомительного порядка государственные органы должны предварительно провести процедуру анализа регуляторного воздействия. После рассмотрения и одобрения на межведомственной комиссии разрешение может быть включено в приложение к закону. Но даже и после включения разрешения или уведомления в перечень закона они будут периодически оцениваться государственными органами, уполномоченным органом на предмет достижения цели их введения в последующем. Отрицательная оценка в таком случае будет являться основанием для отмены разрешения или уведомления. Такое решение будет приниматься МВК. При этом законопроектом решается ряд существующих сегодня проблем в лицензионном законодательстве. Так, действующий закон о лицензировании предусматривает, что с момента введения новой лицензии в закон необходимо принятие подзаконного акта, регламентирующего квалификационные требования и перечень документов. Такие акты вводятся в действие в срок не менее 21 дня с момента их принятия. Такой порядок предусмотрен законодательством для того, чтобы действующие предприниматели имели возможность подготовиться к введению новой лицензии, привести в соответствие свою материально-техническую базу и осуществить прочие мероприятия до подачи заявления на получение лицензии. Учитывая, что государство посредством введения разрешительной процедуры не имело цели запретить деятельность предпринимателя, а также то, что никому не выгоден простой действующего предприятия, законопроектом предложено следующее решение. Разрешительные органы будут обязаны принимать заявление на получение разрешения в случае обращения заявителей до вступления в силу подзаконных актов. Заявители, таким образом подавшие заявление, будут вправе без наличия разрешения осуществлять деятельность вплоть до выдачи разрешения или мотивированного отказа в его выдаче. Большую проблему на сегодняшний день представляет вопрос возобновления действия приостановленных разрешений. Фактически, действующее законодательство не предусматривает возможности возобновления разрешений даже в связи с устранением выявленных нарушений. Согласно закону о лицензировании предусматривается возможность приостановления действия лицензии на срок до 6 месяцев. Такое законодательно предусмотрено лишение лицензии. Законопроектом предусматривается, что при устранении нарушений, явившихся основанием для приостановления разрешения, предприниматель вправе до истечения срока приостановления подать заявление об устранении нарушений с приложением подтверждающих документов. Разрешительный орган в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявителем заявления об устранении нарушений проверяет устранение нарушений. В случае подтверждения факта устранения заявителем нарушений разрешительный орган принимает решение о возобновлении действия разрешения. В случае непредставления предпринимателям заявления об устранении нарушений до истечения срока приостановления разрешительные органы инициируют процедуру лишения разрешения. Законопроектом также урегулированы следующие вопросы. Установлена обязанность госорганов давать разъяснения о необходимости получения разрешений. Установлен запрет на проверку соответствия квалтребованиям при переоформлении лицензии, за исключением случаев переоформления при отдельных видах реорганизации. Факт подачи уведомления должен проверяться не путем запроса подтверждения у предпринимателя, а посредством запросов соответствующей информационной системы госорганов. Запрещается истребование документов, прямо не предусмотренных законодательством. Введено понятие и регламентирован разрешительный контроль. Урегулированы вопросы использования электронного реестра. Предусмотрена специфика для объектных лицензий. Детально регламентированы последствия реорганизации юридического лица лицензиата. Регламентированы вопросы выдачи разрешений иностранным гражданам и компаниям. Урегулированы вопросы лицензирования в рамках экспортного контроля. Предусмотрен порядок перевода разрешений на уведомительный порядок. Сопутствующим законопроектом вносятся изменения и дополнения в 9 кодексов и 74 закона. В частности, предусматриваются изменения в Гражданский кодекс, который на сегодня регламентирует лишь лицензии, но полностью умалчивает об иных разрешениях. Теперь с введением общего понятия разрешения станет возможным привести в соответствие два кодекса – КОАП и ГК.
Кодекс об административных правонарушениях в части установления ответственности и приведения в соответствии с новым законом. Закон о государственном контроле и надзоре в части регламентации разрешительного контроля. Большую часть поправок составляют отраслевые законы в части отсылок на закон о разрешениях и уведомлениях и выполнение рекомендаций МВК. Благодарю за внимание.